Несмотря на то, что российско-американские предложения нацелены на достижение стратегической стабильности, находится немало желающих подорвать продвижение договоренности и не допустить нормального развития сотрудничества двух стран. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с председателем фонда, занимающегося снижением ядерной угрозы, Сэмом Наном. В тот же день, когда президент России и Соединенных Штатов одобрили совместную инициативу по прекращению боевых действий в Сирии, стали раздаваться голоса, в том числе и из столиц союзников США, да и из самого Вашингтона, которые стали подвергать сомнению жизнеспособность этой договоренности. Мы откровенно хотим сказать, что в этих голосах звучит стремление и призывы к войне, а не к миру.